с мая все начинается, лето. Самая актуальная пора для трудящихся, особенно для Сочи. Мир, он всегда нам нужен. Это главное, чтобы мы, был мир в семье и во всем мире. Без труда куда нам деваться, особенно в современные времена, это очень важно. Ну а май – это весна, наступление чего-то хорошего, поэтому это очень хороший лозунг, и он никак не теряет свою актуальность. Труд – это жизнь. А я желаю городу всего самого лучшего, процветания. Конечно, город трудящихся, а кто еще? Не тунеядцы же. А кто сюда приезжал? Почему у нас санаторий «Металлург», да? Какие приезжали люди, которые отработали свое. Да и сегодня тоже. Ну, конечно, времена поменялись. Но труд. А куда без труда? И рыбку из труда не вытащишь, правильно? Праздник этот, я считаю, что он нужен. Не он не просто необходим для людей, для бодрости, для здоровья, для радости на всей земле, не только у нас, в России. Мне кажется, май актуален всегда, особенно в Сочи. Мы дождались весны такой прекрасной, красивой. Вообще мы счастливые люди жить в такой красоте.